Всем большой привет! Кто тут первый раз? Меня зовут Вика, очень с вами приятно познакомиться. Я дизайнер интерьера и декоратор. И сегодня мы с вами начинаем цикл, пускай это будут такие лекции о цвете, о цветовых сочетаниях именно в интерьере. Первый цвет, о котором мы с вами будем говорить, это синий. Мы поговорим об ассоциациях с этим цветом, мы поговорим о том, как этот цвет лучше и с чем сочетать в интерьере. Какие оттенки синего больше подходят для интерьерного фона, какие подходят для акцента. Немножечко углубимся в историю, откуда появился синий. Когда я садилась писать сценарий к видео о каком-то цвете, я каждый раз думала: это, наверное, самый противоречивый цвет. Но на самом деле, так я думала о каждом цвете. Потому что что синий, что оранжевый, что зеленый, кому-то нравится, кому-то не нравится, у кого-то ассоциируется с чем-то замечательным, добрым, душевным, у кого-то это ассоциируется с чем-то ужасным, шизофреничным и негативным. Именно поэтому мы не делим цвета на плохие, на хорошие. Как я уже говорила, цвета — это только ваше восприятие. Главное, какие у вас желания, какие у вас потребности. Синий цвет может расширять стены, как, например, случилось это моей акцентной стеной, которая только одна в моей квартире синяя. Синий может освежать интерьер, давать ему легкость, напоминать вам об отдыхе, напоминать вам, может быть, о Греции, о море, о небе. Также синий может отталкивать, если он подобран в неправильных оттенках. В статистике синий самый популярный цвет, и его убирают очень часто в интерьер. Раньше синий был огромной редкостью. Его изначально вообще добывали из лазурита, такого камня, такого минерала. Потом его добывали из растений индиго и вайда. И раньше, даже представьте себе, у художников в контрактах было прописано отдельной строкой цена за синий цвет. Если, допустим, заказчик хочет, чтобы на картине присутствовал синий оттенок, синий цвет, то это художники прописывают отдельной строкой в контракте, прописывали раньше. Синий — это самый дорогой пигмент тогда. Хотела вас поблагодарить за ассоциации, которые вы мне прислали с синим цветом, они очень интересные. У кого-то синий ассоциируется с ночным небом, самое, конечно, популярное было с морем. У кого-то с благородством, спокойствием, зимой, с холодом, глубиной, умиротворением, строгостью, страхом, с незабудками, свободами, уютом, мягкостью, воздухом, космосом, творчеством, ледяной кровью королевской смеси, тайной, Одессой, лазуритом, айвазовским, размышлением, звездным небом, традицией и чистотой. В общем, ассоциации настолько разные, поэтому невозможно сказать, в какой интерьер синий подойдет больше. Синий подходит больше на кухню, в спальню, в гостиную, в кабинет, в детскую. Нет, такого нету. Синий — это цвет вашего ощущения. Это не тот цвет, который успокоит или, наоборот, взбудоражит. Синий — это тот цвет, который идеальный и как фон, и как акцент. Если вы хотите использовать оттенки синего как фон в вашем интерьере, как фон, я имею в виду, что покрасить в него все стены, то используйте какие-то приглушенные оттенки, либо темные, глубокие, в зависимости от того, какое настроение вы хотите создать у себя дома. Для фона советую использовать какой-нибудь бело-голубой. Это, например, как вот у меня платье. Это очень-очень светлый, пастельный, голубой цвет. Он не такой вот цвет летнего неба, а он приглушенный. Вот его использовать в интерьере интересно будет, во-первых, это смотреться, во-вторых, это будет очень спокойный интерьер, и в нем будет комфортно находиться. Если вы все стены покрасите вот таким цветом, это будет не очень комфортно. Такой цвет больше подходит на акцент. Цвет голубой пудры — это тоже такие вот оттенки нежные голубого, но в них немножечко замешан сероватый цвет. Вот если серо-голубой вы видите, то он тоже подходит как фон для вашего интерьера. И темные синие оттенки. Например, берлинская лазурь, индиго, вайды — это оттенки, которые зачерненные. То есть они не яркие синие, например, вот такие, да, прям такие ультрамариновые, а это именно зачерненные синие цвета, в которых добавлен серый или черный. И они приглушенные, но они при этом темные. Такие цвета тоже подойдут как фон для вашего интерьера. Но это нужно использовать очень осторожно. Это не подойдет в очень темные помещения. Это не для комнат, которые маленькие на первом этаже, где растут деревья за окнами и вообще туда никакого света не попадает солнечного. Это, к сожалению, мало подойдет для комнат, окна которых выходят на север, потому что там нету солнечного света. Либо, если вы очень хотите, такие, конечно, оттенки можно использовать даже на северную сторону, если у вас выходят окна. Но при этом разбавляйте теплыми оттенками акцентов, мебели. Например, это может быть вот такого вот цвета мебель. Либо вообще белой мебели, чтобы хоть как-то освежить ваш интерьер. И все-таки добавляйте тогда теплый акцент. Такие оттенки, как кобальт, ультрамарин, электрик, бирюзовый. Особенно вот бирюзовый и лазурит. Их очень сильно любят использовать в интерьере, потому что
это признано самым красивым цветом. Но все-таки такие оттенки яркие используйте в акцентах. Теперь настал момент самый интересный. Мы с вами поговорим о цветовых сочетаниях. Это не те цветовые сочетания, которые прописаны в Гугле как самые лучшие цветовые сочетания. Это цветовые сочетания из моего опыта, которые я подмечала, замечала, которые мне нравятся, которые я активно использую и в интерьерах, и в одежде, и вообще везде, где только мне нужны какие-то цветовые сочетания и комбинации. Первое, конечно, это очень стандартно, это белый и синий. Причем синий в любых оттенках, это что-то такое про отпуск, про свежесть, про Грецию. Но к белому, конечно, как ни крути, подходят, наверное, все оттенки синего. Вот я сижу около белого камина, и, пожалуйста, такой пастельный голубой цвет. Это был бы идеальный интерьер. Какой бы я цвет к белому ни приложила, подойдет все абсолютно. Темный, яркий, пускай это будет яркий оттенок. К белому подходит все, поэтому вы можете смело покрасить белым стены и, например, подбирать голубые какие-нибудь акценты, синие акценты. К белому цвету абсолютно идет все. Даже серо-голубой тоже подходит к белому цвету. С таким интерьером вы точно не прогадаете, и это цветовое сочетание подходит и для детских, и для кухонь, и тем более для санузлов, и для спален иногда, и для кабинетов. Синий и дерево. Говоря о синем и дереве, я подразумеваю все-таки светлые оттенки синего. Это какие-нибудь голубые оттенки и сероватые. Вот, например, вот такая вот палитра, которую я вам уже показывала. И, соответственно, платье, которое нам... И вот я взяла дерево. Дерево и синий. Подразумеваю вот такие вот оттенки голубого, сероватого, голубого, пастельного, голубого, светлого. В общем, с деревом. Даже с деревом, который орех, дерево, которое светлое, дерево темное, абсолютно любой цвет дерева, оттенок подходит к голубому цвету. И когда все-таки вы хотите себе голубые оттенки в интерьере и красить стены в такой цвет, дайте предпочтение натуральным оттенкам ламината, паркета, не серым, не белым, не черным, а именно вот натуральным оттенком дерева. Вот такой, немножечко посветлее, немножечко потемнее, может быть. Но все-таки, чтобы это было натуральное и не выглядело, как будто это крашеное. Следующее цветовое сочетание, мое просто любимое, обожаемое, это темные оттенки синего, вайды, индиго и теплые металлы. Вот это вот идеальное цветовое сочетание. Темные благородные оттенки синего, старинные оттенки, которые добывались из растений индика и вайд, они идеально сочетаются с теплыми металлами. Это может быть медь, бронза, золото, любой абсолютно теплый металл, не хром, вот, например, такой медный цвет, или пускай будет золотой, тоже идеально сочетаются. Какой еще оттенок синего к золотому? Металл может быть выражен в ручках для мебели. Светильники, особенно вот свет, он идеально просто подходит к таким обоим, к такой покраске, к кухне такого цвета, к дивану. Теплые оттенки металла, конечно, это в аксессуарах, конечно, это в свете, конечно же, это в каком-то декоре. Следующее сочетание у нас голубо-серый и розовый. Очень нежное, девчачье такое сочетание, да, голубой тоже оттенок синего, поэтому мы его относим к этим сочетаниям. Причем пудровый розовый идеально будет как вот с таким вот светлым оттенком синего, так и с темным оттенком. Причем с темным это будет очень благородно. И вот это цветовое сочетание идеально подходит для спальни. А если туда еще добавить какой-нибудь медный светильник. Пятое цветовое сочетание синий и горчичный. Я сижу на горчичном кресле, за мной синяя стена, которая видна мало, но, тем не менее, вы знаете, это цветовое сочетание в моем интерьере, это очень красиво смотрится, очень стильно, современно. Собственно, вот, оттенки синего и такой вот желтый, именно горчица цвет. Это приглушенные оттенки желтого, в которые добавлено либо белило, либо серый цвет. В зависимости от того, какой оттенок. Это очень уютное сочетание. И если, например, у вас могут быть такие стены, это основной, да, цвет, и немножечко синего, как акцентного, то это будет такое большое светлое пространство. А если уже переиграть и сделать вот это основным цветом и добавить немножечко желтых акцентов, то это будет очень камерное, уютное пространство, которое не будет скрадывать метры ваши, но при этом оно будет очень вот именно камерным. Камерное — это очень правильное слово для такого интерьера. Обожаемое еще одно цветовое сочетание — это синий и терракота, причем такой темный-темный синий. Это оттенок скорее берлинская лазурь или индиго все-таки. Темно-синий и терракотовый оттенок, такой кирпичный цвет — это тоже очень красивое сочетание, которое нужно использовать, если вы хотите удивить ваших гостей. Если вы хотите вашим домом наслаждаться как какой-то изюминкой уникальной, потому что это цветовое сочетание, оно очень редкое. Седьмое цветовое сочетание, мое любимое, очень похоже на предыдущий,
по вариации, но немножечко в других пропорциях, скажем так. Это серо-голубой и вот такой вот винный оттенок. Даже, наверное, еще вот такой. Тоже оттенки терракота, но все-таки это больше уходит уже в красный цвет, нежели вот этот вот. Этот прям такой кирпичный-кирпичный, это уже больше винный уходит в красный. Причем вот это вот очень здорово подходит в комнату мальчика-подростка. Будет очень красиво это все сочетаться и играть. Просто мне так видится. А вот это вот больше подходит, если такие стены и такие акценты, это, наверное, больше подходит для гостиной. Тоже будет очень здорово. Следующее наше цветовое сочетание тоже подходит идеально в комнату подростка-мальчика. Это нежно-голубой и серый. Цвета, которые практически не различаются глазом человека, но при этом они абсолютно разные. Конечно, серых еще очень много оттенков, я подобрала прям приближенный такой к голубому, но с этим голубым будет любой оттенок серого просто идеален. Будет и светло-серый, и темно-серый, они будут подходить друг к другу. И тоже будет хорошо добавить в него какие-нибудь золотые акценты. Редкое цветовое сочетание, но не менее любимое, это серо-голубой и оливковые оттенки. Вот это вот идеальная детская комната девочки, получается, оливковый, голубой и розовый. Очень современная получится гостиная и кабинет. А вот с таким сочетанием мне видится кухня. Например, кухня белая, стены голубые и, например, некоторые стены желтые, а стулья к столу будут оливковые. Идеальная кухня, по моему мнению. Что главное в синем цвете? В синем цвете главное не переборщить, иначе у вас может получиться вот такой вот интерьер. Если вы переборщите с синим, поймите, там будет просто некомфортно находиться. Переборщить синим можно на выставках, в музеях, в магазинах, в отелях, пару дней отдохнуть в таком интерьере. Почему бы и нет ради эксперимента? Но в своем доме все-таки разбавляйте синие оттенки какими-то теплыми оттенками. Пускай ваш голубой, индиго, берлинскую лазурь врываются терракотовые, пудровые, розовые, желтые, горчичные оттенки, оливковые, и будет вам счастье. Чтобы не пропустить выпуски о других цветах, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, таким образом я буду понимать, что вам нравятся такие видео о цветовых сочетаниях, вообще вам эта тема очень близка. И очень главное, что нужна, потому что самое для меня ценное, наверное, быть полезной для вас. Если вы не обращаетесь к дизайнеру напрямую, то хотя бы вы по моим видео чему-нибудь учились, что-нибудь черпали и применяли в свои интерьеры. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Вот такой. Ой, не тот. Идеально. Не бойся. Идеально. Ты идеально. Идеально. Ой, ну вот розовый и белый это тоже идеально. Да что ты говоришь? Идеальные оттенки. Идеальное цветовое сочетание. Кузя, тебе к лицу синий цвет. Почему у нас сейчас? К пьянке? Я же не пью. Или кто-то ударит.